решил провести эксперимент, как я уже анонсировал, сколько можно прожить в Мурманске за месяц. Я планирую где-то потратить 3000 рублей на еду. Ну, я даже думаю, меньше. Вот, начиная с 20 мая, так как дети уезжают, супруга, к сожалению, не уезжает. Вот, что мы имеем? Я накупил на эту неделю продуктов. Я, скорее всего, буду еще что-нибудь покупать. У меня получилось 660 рублей. Вот, килограмм свинины купил, охлажденный, 285 рублей. Ноги цыпленка, кстати. Я купил из-за того, что там дешевые, дорогие, да? Просто мне нравится, я суп из него буду делать. На 60 рублей больше килограмма. Горошек тоже купил для салата. Капусты не купил, чтобы салат сделать. Так, на 50 рублей. Ну, и крупы перловые на 25,90. Это из одного человека покупал я в этом Интерторге, в паре. Крупа перловая не здесь. Вот. Крупа перловая тоже брал из-за того, что там она какая-то дешевая. Просто мне реально нравится. Кто мне давно не готовил это. Плюс картошки на 15 рублей. Лука на 47, дорогой какой-то лук. И по мелочам укроп на 15. Ну и яйца. Яйца 47 рублей не обошлись. И консерву рыбную сайру. 50 рублей, что ли, она стоила. Что эта стоимость есть, в конце почитаю. Вот, хочу протянуть вот эту неделю. Конечно, останется сахар. Чай я покупать не буду. Чай у меня свой лесной я собираю, который еще ведро брусники у меня осталось. Так что питье у меня есть. Проезд я не трачусь, потому что я езжу на велосипеде. Плюс я не завтракаю. Ну, ради полноты эксперимента все-таки я буду завтракать. Стараюсь себя осилить. Вот у меня мясо. Я порезал его на кусочки. Вот здесь самый большой. Вот здесь вот. Это я пущу на перловую кашу. Остальные маленькие кусочки. Это я по утрам жарю. Жарить буду яичницу с мясом. Ну, так как я по утрам бегаю. Где-то 5 километров. Когда озеро растает, на которое я бегаю. Обычно, зимой это 3 километра. И там плаваю в Семеновском. А тут я буду бегать на 5 километров и плавать. Поэтому бывает, что я прибегаю, мне некогда готовить. В данном случае, я надеюсь, буду пораньше вставать, чтобы для полноты эксперимента надо все-таки позавтракать. Вот такие дела. Это как предисловие к общему видео. Каждую неделю я буду выпускать его. В следующей неделе, в воскресенье, скорее всего, вечером выпущу. Буду показывать, сколько у меня уходит на еду. Вот, как я говорил, уже 660 рублей ушло. Но я вот яйца, масло, я думаю, уже останется. На месяц хватит, сахара тоже, перловки. Не знаю сколько, но в следующей неделе я уже буду что-то другое покупать. Я не буду каждый день. Каждый день есть одно и то же. Плюс я еще докуплю капусту для салата, майонеза. И посмотрим, насколько у меня... Уже как-то просто по телевизору смотрел. Не по телевизору, на ютубе. Как человек тоже пытался прожить на 2500. Весь куда? Ну, не знаю, как это. Мне кажется, вполне хватит 3000, хотя многие возражают. Говорят, что не потянешь. Это как-то челлендж называется. Как это, когда... Ну, такой вот формат видео. Не знаю, как он называется. Челлендж, не челлендж, но... Вот такой вот у меня будет рацион. Плюс суп я буду варить из куриных ножек. Картошки я мало ем по максимуму. Вот тут килограмм курицы. Лапок мне хватит. Думаю, на неделю. Плюс среда и пятница. Вот буду суп готовить из сайры. Сайры, немножко картошки. А помидоры, может, куплю. Мне хватит. Забыл, кстати, про помидоры. Вот, так что я планирую, что 800 рублей на неделю вот на это потратить. Там будет уже меньше. Сало останется. Картошка останется, лук останется, сахар останется. Яйца, думаю, тоже останутся. Ну, посмотрим. Если хотите узнать, получится мне или нет, подписывайтесь. Ну, и следите за событиями. Я сначала, изначально я думал, что где-то 2500. Потом посмотрел, что-то все так резко подорожало. Если лапки стоили 40 рублей, сейчас они 50 рублей килограмм. Также и все остальное.
Ну, я не прощаюсь. Это было предисловие, это не основное видео. Основное видео будет уже в следующий воскресенье. Я буду потихоньку снимать. Там завтрак, ужин. А, обеда я на работе, я уже там снимать не буду, но я буду суп. Я беру только суп, без хлеба, без бутербродов, просто на работе. Термосок с чаем. Чай у меня, там листы всякие брусничные. Из леса нашел. Иван-чай. Сахар. Единственное, что я буду тратиться на сахар. Ну, сахар я купил, мне его хватит на месяц. Может, даже больше. Вот такой вот эксперимент. Так, сегодня первый день моего испытания. Если я заподяжил суп, чай или вы, с куриными лапками. Сейчас буду делать яичницу. Кстати, первый раз вот у меня попадает, что десяток яиц, и там они все разноцветные. Сегодня я не бегал, но вот у меня были покатушки, катался на велосипеде и купался. Купался, играл, погода у нас сегодня замечательная. 16 градусов тепла. Вот это мой обед. Я уже себе баночку такую налил. Ну и яичница. Мясо себе жарю. Там должно быть видно. Мясо и два яйца. Яйца 47 рублей. Кстати, написано второй категории, но они какие-то нормальные. Два яйца сюда забью. И чай травяной. Вот. Траву я термос насыпал, немножко сахара и сейчас кипятком залил. Ну, на ужин у меня будет бутербродная каша. Вот. Сегодня планирую вообще денег не тратить на еду. О, кстати, тут желтки. А, такие очень темного цвета. Не бледные. А, ну эти бледноваты. Сейчас я покажу. На камеру, вот. Вот такая вот яичница у меня будет. Вот, в принципе, такое мое утро. Сейчас где-то, да, сейчас уже 7.30. Утро. Сегодня встал в 4. 4.30 встал. Где я позанимался? Ну и вот. Вот такой вот ужин. Рыбовая каша с мясом. Сегодня ни копейки не потратил. В принципе, всю неделю почти будет одно и то же, кроме среды и пятницы. Там будет немножко другие блюда. Вот. Ну, я думаю, 3000, на 3000 месяц прожить очень реально. Я не знаю, когда я слышал, что депутат какой-то проэкспериментировал 3000 пожил, есть бедный исхудал, макароны какие-то вроде ел, я не знаю. Вот. Все решаемое. Даже то, что я это не светофоры покупаю. Светофоры там еще дешевле. Можно было-то съездить, дотариться и на 2000 пожить. Вот. Теперь следующий на среду. Вот мой обед на среду и пятницу. Обед и ужин на среду и пятницу. Сегодня среда. Вот я суп себе приготовил рыбный. И скумбрии творил две штучки. И горох. Вот скумбрию одну сегодня съем, одну в пятницу. Потратил я сегодня 114 рублей. Того мне на неделю ушло 774 рубля. Я думаю, на этой неделе тратиться не буду. Вот на неделе такой расчет у меня. Урожай остается на пятницу. Так, прошла неделя моего этого эксперимента. У меня осталось 6 яиц, куча мяса, вот с килограмма. У меня осталось где-то половину. 2 луковицы и 5 картошин и немного перловой крупы. Вот на этом я сейчас буду готовить. Плюс я тут 780 рублей провел. Эту неделю 780 рублей плюс остатки. Я докупил эти сердца цыплят 100 рублей. Лапки куриные килограмм. Я размораживаться на 100 рублей, на 40 рублей. Того 140 рублей и горошек на 34 рубля. То есть 177 рублей добавок на эту неделю. На следующей неделе я, может, куплю какую-нибудь рыбу. Ну, выйдет у меня рублей на 300 на следующей неделе. Того где-то вот 2 недели я прожил на 1000 рублей. Сейчас не буду загадывать, сколько у меня выйдет на этой неделе. Ну вот, пожалуйста, все сохранилось.
пищу у меня были овощи, ну, не знаю, если можно их назвать. Овощи, крупы, мясо, яйца, и картошка, лук и рыба. Все, я использовал 700 рублей, 780 рублей, плюс так, 177, которые я потратил, ну, кроме 180, получается 950 рублей. Так что чувствую себя прекрасно. Я думаю, за эту неделю вот это все уйдет. Ну, придется заново отовариваться. На картошку вряд ли у меня все уйдет. Хотя, кто ее знает, ну, точно уйдет. Вот, так что ждите продолжения. Буду готовить перловую кашу с сердцами. Как это правильно, ударение поставить. Суп опять же с куриных лапок. Ну, куриных лапок уменьшить класть. Потому что получается как холодец. Заставает, стоит, смотрит, как натуральный холодец. Ну, в принципе, вот и немножко рыбы куплю на среду и пятницу. Скорее всего, какой-нибудь речной гарасим, что ли, карпа. Ну, и уху сварю. Вот такие вот дела. Сегодня у нас уже вторник. Потратил, подкупил еще на завтра, на среду и на пятницу, два карася за 144 рубля. И на суп вот набор белухи. Тут цена, кстати, не указана, но она 369 рублей стоит по чеку. Тут нарезки лосося, причем вот такие большие куски. Хоть соли, там, не знаю. Шикую. Так я пошиковал. 690 рублей. Итого вот за 2 недели я ничего не подкуплю. Я посчитал на этой неделе. Так, у меня потрачено было 177 рублей и 177 это в воскресенье, потом 144 от караси и 369 этот набор. Итого 1464. Это я вот за 2 недели потратил. Если какой-нибудь там горох купить или еще из овощей, как раз будет 1500 за 2 недели. Так что я вписываюсь. Мой эксперимент, я считаю, удался. Но все равно буду еще пока снимать. В воскресенье буду уже опять видео. Итак, подходит к концу вторая неделя моего эксперимента. Что у меня осталось? Два яйца. Три куска мяса, ну, порезанные кусочки. Сердце половина. И суповой набор из рыбы, из лосося. То есть вполне приемлемо у меня. И потратил за 2 недели 1464 рубля. То есть я вписываюсь в график. Так, это отложим. Что я приобрел? Я приобрел яйца. 35 рублей десяток. 35. Потом купил макароны за 14 рублей. Такой рагу свиной. Это для супа. 55 рублей. И там со скидками будет. И рис за 37 рублей. И в итоге я потратил 141 рубль. Вот на следующей неделе я постараюсь прожить на 141 рубль. Реально. К тому же я грибы нашел себе замороженные. Этим пользоваться можно, так как их не покупал, их собирал. Вот я тебе грибной еще не сварю. А, да, я еще докуплю докуплю, наверное, лука. Ну, там тоже рублей на 30. Где-то рублей 200 у меня выйдет на эту неделю. Так что прожить на 3000 можно и нужно. Кто хочет сэкономить. Вот, на этой неделе я специально ходил по разным магазинам, выбирал подешевле, покупал со скидками товары. И в итоге вот, я сэкономил. Довольно хорошо, если яйца 135 рублей, ну там 35-90, буду округлять. Уже это было, макароны 13 чем-то были, поэтому все так поугруглял до копеек. И ждите продолжение, мне осталось 2 недели. Я снимаю пятницу, потому что не знаю, где я буду, субботу, воскресенье, но и чем буду заниматься. Но еда у меня есть, приготовленная еще из тех продуктов, которые по той неделе.
Кстати, здесь 450 грамм. Ну тут, не знаю там что, с костями или нет, ну не написано, что не так, но так я покупал это для супа, поэтому все равно. Гудин 11 суток, это меня заморозило. Сегодня вторник, вот такой вот у меня простенький ужин. Макароны с сердцами и немножко мяса. И вот я еще купил сгущенки и лука. Потратил 132 рубля. Итого за эту неделю у меня ушло 276 рублей. В принципе, немного. Я собираюсь готовить на завтра суп грибной и жареные грибы с рисом. На четверг у меня уже все приготовлено, на субботу тоже. А вот на среду и пятницу буду готовить. У меня будет грибная еда. В этом, я думаю, ложусь. Если в лес пойду, стоит ли учитывать то, что я трачу на проезд до леса и обратно. Я думаю, не стоит. Так. Не обязательно, мы проверяем, сколько можно прожить месяц и так и чисто на еду. Такой у нас эксперимент. Так, подводим итоги. На той неделе не снимал, что было в лесу. За две недели я потратил 1464 рубля, как я уже об этом говорил. Потом 150 это в лес я уходил, скорее всего, вот это 150 рублей потратил, уже я так приблизительно. 276 и вот 345 рублей недавно купил рыбу и мясо. Итого я потратил за месяц на еду 2235 рублей. Так что на 3000 можно жить даже шикарно. На разницу, сколько там осталось? Еще 700 рублей неизрасходованных. Так что депутат был прав, на 2500 можно вполне спокойно прожить. Не особо не заморачиваясь, говоря современным языком. Все. Такое вот было мое видео экспериментальное.